Сейчас мы используем оператор GroupBy. Здесь выбираем ID, далее есть у нас Payment ID. Этот временной слот входит в эту дату. Стандартными средствами переключаться между этими страницами. Поэтому мы выбираем одно событие и нажимаем Add Events. Он не указывал конкретную дату, он просто выбирал время. И устанавливаем Current Sale, Teacher Schedule. Читаем. Current Page User, Teacher Info, Discount is not empty. Они взаимозаменяемые. Этот элемент помогает сформировать список номеров. Желательно всегда предусматривать постраничный вывод. Не скажу, что эти настройки достаточно легкие для понимания, но тем не менее справимся и с этим.